собрались, чтобы сказать свое «нет» договорникам во власти. Мы собрались, чтобы сказать свое «нет» тогда, когда власть пытается убирать тех, кто борется с коррупцией, кто пытается поменять ситуацию в этой стране к лучшему. Мы собрались, чтобы сказать наше «да» Давиду Саквареллидзе, который, будучи прокурором Одесской области, будучи заместителем генерального прокурора, делал, может быть, не все, но делал все, что от него зависело, все, что он мог сделать для того, чтобы бороться с воровством, бороться с коррупцией, как в Одессе, так и в высших эшелонах власти. Все прокуратуры Украины. Слава Украине! Героям слава! Надеюсь, мы это все можем выгонить из власти и займы. Человек Путина. Мы обращались в Киеве к военному прокурору.